К другим новостям. Укрепляя границы, укрепляем международное сотрудничество. Курские пограничники торжественно открыли административный комплекс пограничного отделения в Коренево. Его возвели в рамках государственной программы. Подробности у Ирины Шашковой. Новый современный комплекс возвели на Кореневской земле всего за год. Уверен и полагаюсь на вас, задачи, возложенные правительством Российской Федерации, Федеральной службой безопасности, пограничной службы, в полном объеме будут выполнены вами. Поздравляю вас и желаю хорошей службы на этом направлении. Граница на замке. Служебное здание оборудовано по последнему слову. Инновационные технологии обеспечивают государственную безопасность. Имеются и технические средства охраны государственной границы. Вот, как бы уже более плодотворно можно их применять в охране государственной границы. Также и при обучении сотрудников то же самое можно и доводить до сотрудников, проводить дополнительные занятия, изучать, тренироваться. Решение жилищного вопроса для сотрудников и членов их семей. 25 квартир под ключ, современная бытовая техника и мебель. Ложки свои ставим. Пока не сказать, чтобы ложки, тарелки для начальника заставочного и жена по контракту. Ну да. Во дворе комплекса яркая спортивная площадка для детей. Детская площадка хорошая, есть фонтан, дети могут играться. И, в принципе, отделение огорожено, то, что внешних угроз со стороны никаких не будет. До этого я снимал квартиру с женой, постоянно скитание по квартирам. Сейчас это все благоустроено, отличные квартиры. Границу на российско-украинском участке сотрудники пограничного отделения называют мостом дружбы, который будет способствовать дальнейшему развитию экономических, социальных и культурных связей наших народов. Ирина Шашкова, Владимир Придворов, телеканал «Сейм».